когда человеку хорошо и часто, то он излучает сладкий вкус. Это значит, что от сладкого все тянутся, все хотят сладкого. Горького никто не хочет. Если человек экзамены все свои сдал, Бог ему дает, даст то, что ему лучше подходит, не то, что он хочет, а то, что лучше подходит. Но не упрямьтесь, потому что он может вам дать и то, что вы хотите. Будет хуже. Потом пожалеет. Лучше согласитесь с ним. Он даст лучше, чем вы думаете. Лучше даст, однозначно. Согласитесь. Не упрямьтесь. Сначала чувства должны стать сильными. Хочешь замуж? Пока рано. Чувства сильные? Нет. Откуда чувства силу берут? Сладкий вкус откуда пчелки берут? Цветочка. Иди цветочком. Вас кто-то не любит, это не цветочки. Это кислый вкус. Вас кто-то не любит, если там кислый вкус. Туда не надо идти. Цветочком кто вас любит? Родители, цветочки. Друг подружки, цветочки. Природа, цветочки. Все вас любят. Птички любят? Любят. Я изучал, как птички любят. Они очень пугливые. Женщины примерно так же любят, я понял. Птички очень пугливые. Я разве молился на улице, повторял молитву и слушал голос своего наставника. Внимательно, внимательно повторял. Села птичка рядом. Начала чирик, 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 чирик вместе со мной. Я чувствую прямо, она вместе со мной прямо чирикает. Не сама по себе. На нее повернулся, раз улетела сразу. Потом опять хожу, молюсь, опять прилетает. Чирик, 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 чирик. Я понял, что она очень пугливая. Она, ей неудобно, что на нее смотрят. Я перестал на нее смотреть. Я просто молюсь, она чирикает, чирикает. Чирик, чирик. И мы так вместе молились. Я на нее не смотрю, она на меня не смотрит. Но чирикаем вместе. Если как бы счастья нет сейчас вместе, плохой период идет. Ну каждый чирикает свое что-то. Он своим делом занимается, вы своим, но чирикайте для Бога. Как бы делать так, чтобы счастье пришло. Думайте о Боге, живите для Бога. Друг друга не трогайте, сейчас плохой период, но не можете вы счастье быть вместе. И если будете пытаться, расстанетесь просто, разрушится семья. Если люди во время плохого периода пытаются, то разрушается семья. Один мой знакомый как бы звонит своей жене, ему говорят, не звони сейчас в плохой период, может разрушить семья. Но нет, я все равно позвоню, все равно позвоню. Позвонил, она ему сказала, все, я тебя бросаю. Помолился, помолился, помолился. На следующий день ему говорят, сегодня ни в коем случае не звони, еще хуже период. Я не могу, я позвоню. Позвонил, сказал, все, теперь я уж точно тебя брошу. И бросил. Какой вывод можно сделать? Очень простой вывод. Если ты, допустим, дотронулся до плиты, тебя ошпарило, не надо дальше пробовать, насколько горячая. Туда не надо больше руку совать. Все. Там нельзя, там опасно. Мы с мужем поругались, допустим, жесть какая. Он говорит, я ухожу. Там или она, ну, тяжелый период. Это не муж плохой. Некоторые начинают думать, а, жена плохая, сейчас я ее убью. Она неплохая, так действует судьба. Она просто, вот, любой человек является орудием в руках судьбы. Женщина, как женщина, как она действует, как женщина может быть орудием в руках судьбы. Она же женщина, же хороший человек. Женщина, хорошая или нет? Хорошая. Можете быть орудием в руках судьбы? Как вы себя ведете в это время, когда вы становитесь орудием в руках судьбы? Как вы ведете? Отставят меня! Я тебя ненавидя! Вы что, плохого в это время делать? Нет, вы просто проявляете свои эмоции, правда? Вам плохо? Вот так. Не то, что вы злые, там, на метле там летаете в это время.
просто вам тут плохо. И вы просто кричите в это время, правда? Правда? Когда вам плохо, вы так кричите, женщина, да? Но вы хорошая же, правда, в это время? А мужики не понимают вообще, тупые. Начинают приставать, вот вам плохо, вы не можете с человеком находиться рядом, вы не можете, у вас нет сил, просто плохо. Он лезет все равно, ну что лезет, ну раз он по башке дала, а он кулаком начинает бить. Я думаю, да я хорошая, вообще ничего не хотела, просто я не могу с ним сейчас находиться рядом. Правда ли? Так вот все было. А он считает вас как бы змею подколодную. Почему? Потому что я хотел счастья, она мне не дала. А не может она в это время счастье дать? Счастье же энергии Бога. Вот женщина дает счастье, когда Бог через нее действует. Нет у нее счастья, она говорит, у меня нет сегодня счастья. Но надо поверить. Человек же не бесконечный, у него иногда есть счастье, иногда нет счастья. Мне жена говорит, ко мне сегодня не подходи, у меня плохое настроение. И двери закрываются. Все. Закрытая дверь. Есть два варианта. Заняться чем-то очень интересным, любимым. Ну, отвлечься от этой ситуации. Тебя как бы предали, так кажется, предали. Первый вариант. Заняться чем-то любимым. Второй вариант. Идти в закрытую дверь. Фильмы есть такие, кинокомедии, да, что он заходит, он говорит, ба-бам, раз вылетает. Вылетел такой, оправился, потом чали-чатры не смотрели, такой поправился, чуть-чуть тряпочку такой поправил, и опять туда. Еще один, опять вылетает. Поправил шляпочку такую, как бы все. И третий раз. Опять туда, третий раз уже. И потом его по ступенькам уже все, уже спустили так, что уже дальше некуда. Он такой раз поправился, такой шляпочку убрал, такой на месте пошагал, такой. Четвертый раз не пошел. Развернулся, пошел в другое место. Печальный такой. Правильное мышление. Печальный, но пошел куда надо, в другое место. А там любовь его встретила, все классно. Но он знал, куда идти, что ты пошел, три раза туда ходил, в очки получал. Смешно, да, когда мы, ну, Чарли Чаплина видим, все смеются, да, он не туда пошел, не ту дверь. Я уверен, что половина присутствующих сегодня на лекции имеет ситуацию такую же, Чарли Чаплина. И потом смешно будет, если не в ту дверь пойдете. Сами потом лет через 10, ха-ха-ха, я туда пошла, меня пинка под зад. Но сейчас, когда пинка дадут, не смешно будет. В этот момент вообще не смешно. Ну, хорошие, не надо туда. Не надо. Свою печаль не надо, свою тоску не надо. Не надо туда погружаться, мы поняли, чем память везде, да? Памятью свою туда идти не надо, там ничего хорошего нет. Вы скажете, а я не могу отвлечься, меня туда тянет. Потому что вы не знаете, что такое вера. Вера – это такая штука, которая отвлекает даже память. Вот память, допустим, тянет куда-то в разруху, а вера, она отвлекает. И в это время надо копить веру. Надо бежать к природе, бежать к добрым людям. Бежать для чего? Для того, чтобы веру почувствовать. Почувствуйте, легче станет. Еще сильнее почувствуйте, еще легче. Еще сильнее, еще легче. И все. И вы победили судьбу. Помидорка начала расти. В новом месте все. Классно. Ведом от стресса. Когда вы почувствуете это, поймете, кто ваш господин, кто, для кого вы живете, кто является вашей судьбой, для кого вы созданы. В этот момент стресс закончится. В этом смысл стресса. Он нужен для того, чтобы человек понял
смысл своей жизни. Мне очень трудно было учиться в институте, очень трудно. Потом я вспоминал, у меня несколько таких снов есть, которые вот я все время вспоминаю. Я потом вспоминал во сне, что я опять в институте учусь. У меня уже 50 лет в институте вообще, у меня уже кандидатская защищена. Нет, ты учишься опять в институте. Переквалификация врачей уже опять ты учишься. Я потом начал в этот сон погружаться. Я хочу разобраться, что это за сон такой. И начал смотреть те события, которые были со мной в институте. Смотрю эти события. Потом раз, я хочу, а дальше, до этого что? Почему меня так волнует? Я начал видеть опять, как я учусь в институте. Но я увидел события, которые мои события. Я сначала даже не подозревал, что эти события, которых не было в этой жизни. Я смотрю, мои события со мной происходят. Все, это я. Мне плохо, мне тяжело в институте. Но это другие, это домики, потом я смотрю, поменьше. Люди одеты по-другому, как в старых фильмах. Смотрю, другая страна, похожа на Европу. Все другое. И я учусь в институте. Я смотрю, бабушка, которая мне помогла устроиться, когда я был студентом. Опять бабушка такая же, только другая уже. Представляете? И мне так плохо, мне так тяжело там учиться. Я говорю, ох ты мой, так это же прошлая жизнь. Я так узнал свою прошлую жизнь через этот сон. Потом я начал больше разбираться в этом всем. Я был очень потрясен. Это было откровение от Бога для меня. А ты можешь до этого показать? Еще до этого жизнь можешь показать. И такой раз, не вся вот эта подробность, а просто так раз, вкратце, вот так вот. И эмоцию от целой жизни Бог мне показал. От целой жизни эмоцию, с которой я уходил из жизни. Эмоцию мне показал. А до этого? До этого так много-много раз. Смотрю, эмоции примерно та же самая. Я думаю, что все повторяется что-то. А зачем это все надо тогда? Там учился в институте, тут страдал в институте. Также моя дочка тоже не может учиться, страдает, куда не поступит. Тяжело ей. Думаю, что это такое вообще? Зачем тогда это? Одно и то же все повторяется. Такое в сердце, знаете, как вот дуновение ветерка, как аромат цветов, как что-то легкое, чистое, светлое такое. Доброе, ненавязчивое такое, как будто издалека. Хочешь слушать, хочешь нет, ответь. А для того, чтобы ты был ближе ко мне. То есть вся жизнь вот эта только для одной вещи. Чтоб я был ближе к нему. Все. Все остальное просто действует судьба. Она может повторяться вновь и вновь. Одни и те же экзамены. Все то же самое. Человек уже боится. Мама говорит, только не за этого замуж не выходи. Мама, потому что просто жизнь уже знает, что за этого, если выйдешь, что дальше будет. Она боится. Это теща называет. Понимаете? Не просто так. Боится, говорит, не надо за этого выходить. Мама, я за него замуж. Все равно. Ты вот как бы жила своей жизнью, ты говоришь, что он похож на твоего бывшего. А это мой не бывший, это настоящий. Потому что я тебя помоложе. Я только начинаю свою жизнь. Я должна все свои экзамены пройти сама. Вот мне этот человек нравится, я не могу. Все. А мама с ума сходит. Не, не надо, дочка, не надо, нет. Да? А для чего все это? А только для того, чтобы дочка попала в ситуацию в тяжелую и поняла,
что Бог выше всего. Отвлеклась от своей влюбленности. Для этого вся эта ситуация сложилась. Нет другой причины. Если мы это понимаем, то тогда стрижить сразу легко становится легче. Если вот то, что сейчас я чего-то хочу, это не самое главное. Мои дорогие, послушайте меня, то, что я вам скажу. Я когда этот сон видел, я сильно переживал. Я переживал то, что было со мной. Вы знаете, и удивительное чувство я почувствовал, что это было со мной. Но сейчас для меня это не имеет слишком большого значения. Я переживал только во сне по поводу этого. Но сейчас не переживаю. И это второе откровение, которое Господь мне дал. Он сказал, смотри, как ты там во сне переживал. Видишь? Вижу. А сейчас не переживаешь. Вот точно так же, то, что ты сейчас вот мучаешься, от чего умираешь, просто страдаешь, пройдет время, и тебе будет это как сон. Тогда зачем мы в это верим? Зачем верить в сон? Я себе задал этот вопрос после того, как проснулся. Зачем я верю так сильно в эту жизнь? То, что со мной здесь происходит, это важно все. Конечно, важно. Но насколько важно, чтобы я из-за этого вешался? Нет. Это все предназначено только для учебы, для того, чтобы мы развивались. Вся эта влюбленность, все эти потери, которые происходят в нашей жизни, этот рак, который диагностировали. Все это для развития. Человек вечный, понимаете, нет никакого рака у души. У нее нет рака, она вечная, она всегда существующая, изначальная. Не разрушается со смертью тела. Ее невозможно ни растворить, ни расщепить, ни уничтожить никаким видом оружия, даже ядерным. Все сгорит, душа останется нетронутой. Мы вечные. И мы живем только для того здесь, чтобы познать больше, приблизиться к тому, что можно любить по-настоящему. Мы это чувствуем сначала через природу. Не все. Те, кто почувствует, они сразу приобретают здоровье, силы, щечки становятся такие крепкие. Если увидите человека такой, ну, какой красивый. Тебе сколько лет? 65. Ты знаешь, что он любит природу, будет жить долго. И ему все любят, ему все за щечки хотят потрепать. Ты можешь 65. Потому что он любит природу, он крепенький. Любишь природу, стань как младенец. Стань красивым, наполненным. Потому что ты любишь природу, такова сила природы, она наполняет человека, всегда будет наполнять, каким бы он ни был. Всегда, всю жизнь. Женщина говорит, я не могу зачать ребенка. Не любишь природу? Полюби ее, зачнешь сразу, она тебя наполнит. Это природа дает ребенка. Не ты зачинаешь, это она зачинает к тебе. Почему не зачинает она в тебя? А ты-то зашорилась на работе. У тебя нет природы. Вы ставите на офис, телевизор, там, все. Какая природа? Иди на свежий воздух, побегай, полюби природу, сразу из тебя как из пулемета начнут вылетать дети. Сколько тебе надо, столько и отстреляешь. Олег Ильич, а вы даже почти не занимались, как я так забеременела? Удивилась одна. Я говорю, на природе бегали, купались, да, вот поэтому. Так, не успел даже начать зачинать, уже раз забеременел. Ну, срочно. Удивилась, говорит, раньше мы только сил тратили на это, а сейчас раз и все. Ну, что так природа действует. Не надо сильно напрягаться. А почему она подействовала? Потому что ты ее полюбила. Только через любовь это происходит. Любишь, у тебя все войдет. Не любишь, не войдет. Людей любишь, ни стресса никакого не будет. Сразу возникает вопрос, а у всех бывают стрессы? Я уже ответил на этот вопрос. Не у всех.
Вот те люди, которые любят природу, Бога и добрых людей, по-доброму относятся к людям, любят все это. У них не бывает стресса, не бывает. У них бывают трудности в жизни. Темнота вокруг может быть, темнота. А он идет туда, куда ему надо идти, потому что он знает, что так хочет Бог от него. Он говорит, я там нужен, и поэтому я туда иду. Вокруг все тяжело, все плохо, он туда идет все равно. Это не стресс, это счастье так жить. Отдать свою жизнь Богу, это счастье вообще. Здесь нет никакого стресса. Счастье. Оно не закончится, человек отдает свою жизнь Богу, дальше вечная жизнь. Нет стресса вообще никакого. У меня один из моих наставников, он оставил тело перед алтарем поклонения. Отдал свою жизнь Богу. Я смотрю, тонкое тело его пытался сразу увидеть. Через час после его ухода я узнал об этом. Раз настроился на него и так, думал, куда идет его тонкое тело, вверх-вниз. Мне хотелось понять. Жизнь наставника моего, светлая жизнь, как искра, светлейшая жизнь. Куда пошел? Настраиваюсь на него. Ищу его психическое тело. Нет психического тела. Блаженство одно. И вверх. Просто блаженство. Все, духовный мир. Нет психического тела, значит нет судьбы. Пока есть психическое тело, есть судьба. А нет психического тела, духовное тело остается одно. Без тела человек не будет. Душа всегда имеет тело. Или психическое, или духовное. Духовное тело означает все, нет препятствий, нет преград, нет судьбы, нет ограничений. Нет плохой судьбы, нет кармы, ничего нет, все. Есть только блаженство, вечность и любовь, все. Почему? Потому что человек этого достиг при жизни. Какой этот человек был? Блаженный, вечный, всех любил. Жизнь косила его и так, и сяк, то есть натреченный человек. Ничего не было. Всегда счастье, любовь в глазах, никогда никого не осуждает. Всегда в аскезе живет, ничего себе не хочет в жизни человека. Значит, все, он вечный. Он принял эту жизнь, все совсем согласен, он всю несправедливость на себя взял, совсем согласен, нет проблем. Значит, сильная вера в Бога. Все. Незачем дальше на этой земле мучиться. Ушел из жизни. Вспышка света. Вы тоже вспышка света. Каждый из вас такой же человек, как он. Просто нет знаний. Все. Не хватает знаний, зачем нужна эта жизнь. И поэтому Бог создает такие ситуации у нас. Эти все стрессы, все это для того, чтобы получить это знание. Лучше не получить. Человек все свое сердце должен кое-кому устремить. Надо найти наставника в своей жизни. Найти людей, которые твердо знают, кто хранитель, кто герой. Понимаете, проблема заключается в том, что мы все знаем об этом. Мы знаем, что природа дает любовь, но не все могут на природе раскрыться. Не все чувствуют ее любовь и поэтому не получают ее силы. Но вы все знаете, что надо с добротой к людям относиться, тогда выйти замуж. Я тысячу раз об этом говорил. Но нет возможности внутри. Как, откуда берется эта возможность? Она берется от людей. Найдите себе человека, который так живет. Вы от него перемете. Точно так же, как от цветочка к цветочку аромат передается, так от человека к человеку.
Понимаете, знания передаются через людей. Не только через тех, которые вы слушаете лекцию, а также через друзей, с которыми можете... Вот подружка скажет, да я вот так вот как лекцию сделаю, да, уже. Поднимите руку, у кого так получилось? Ну, вон, смотрите, вот они, ароматные девушки. У них есть знания. Ну, держите руку, все смотрят же, держите руку. Вот с такими надо дружить. Она вам передаст аромат. Ай, все вот так, так, улыбайся всем. Пойдем по улице, вот так, улыбайся всем, вот так. Все радости людям. Людмила, то есть женщина должна быть людям мила. Она рождается для этого, женщина. Для того, чтобы быть людям мила. И она рождается в ней сердце из любовь к людям. Мужики вот убивают друг друга там. Женщине этого не хочется. Она не... Она людям мила, то есть она рождается для любви к людям, женщина. И поэтому, когда она раскрывает себе эту любовь, она всем, всем рада. И тогда Бог дает возможность иметь детей, дает мужа. Как награду. Ты поняла себя, значит, вот тебе твой учитель. А? А Бог уже дал мужа, да? Ну все, нормально. В чем вопрос? С мучителем как же дальше? С мучителем как же дальше? Ну как, надо понять, что вот ты хотела счастья, да, от человека? Чем больше... А? Хотела карьеры, получила мужа. Значит, когда ты до этого хотела мужа? Ну, ну а как, если бы не хотела, что бы ты получила? Вы хотели раньше мужа. Бог не успевает за нашими желаниями. Хочу мороженое, он как бы, мороженое уже идет по судьбе. Только подходит, хочу пирожное. Ну, на мороженое. Я не хочу мороженое, хочу пирожное. Но я не успеваю. Сколько вам сейчас лет? Сколько? Да. 40. Вот смотрите, давайте я с вами откровенно буду. Можно? Да, ты пришла, да? С 16 до 18 лет вы просто умирали, хотели себе мужа. Просто умирали. А? Всех отшили. Но вы же хотели... Тут с 16 до 18 лет вы сильно хотели мужа. Просто вот сильно. И просто умирали. Вот так сильно хотели. Я и хотела найти Бога, я нашла Бога. Вы хотели в это время мужа найти. С 16 до 18 лет вспоминайте свою жизнь. Я вижу прямо это, я вижу в вашей жизни время. Вы сильно хотели мужа. Но получила гораздо позже. Ну, он не успел просто. Он вам дал, ну, чуть попозже, потому что так судьба действует, понимаете? Ну, как бы, он не понимает. Ну, вот, как бы, вот так вот. Ну, то есть, не успевает он, понимаете? Ну, как бы, вы хотели мужа, получили, все. Хотите карьеру, чуть попозже карьера будет. Будет, да? Ну, а куда надеяться? Мне кажется, уже поздно. Да? Ночь хочется. Придете к нам на мою лекцию сюда через 3 года и 2 месяца. Поговорим еще раз насчет карьеры. И поздно или не поздно. Хорошо? Хорошо. Ну, как вы понимаете, ну, как бы, не надо чуть, не надо торопиться, как бы. Бога все в свое время. 18 захотела, живи правильно, развивайся как личность. Вот на твоем желании основывается твое развитие. Если человек ничего не хочет, не развивается. Вот если у помидорки все слишком классно, она плодов не будет давать.
На крысах сделали опыт, взяли им все, дали, все классно было. Они вымерли вообще. Мы все сделали, вот трехкомнатную квартиру каждой крысе. Все полностью, как бы, все полностью, что надо. Они, знаете, они перестали даже, они сначала начали, они перестали быть стайкой, понимаете? Они начали в раздельных комнатах жить все. Сначала разделились. Мои хорошие, я вам серьезно рассказываю этот эксперимент. Я был в шоке. Сначала разделились. Потом дальше они начали с друг другом сильно ругаться, потому что слишком хорошо все стало. Сильно ругаться, там, грызлись, понимаете? Потом дальше женского пола крысы начали жить с женским полом, а мужского с мужским. Это от того, что все хорошо, кормили, ну вообще не было никаких проблем. А потом дальше появились крысы, которые начали жрать крыс. Им больше ничего не хотело жрать. Только крысу. И они вымерли все. Крысы все были уничтожены. Все. Поэтому, так как мы не крысы, Бог нам дает нормальную человеческую жизнь. Означает, хочешь мужа 16-18, самое время развиваться в это время. Потому что желание развивает человека. Если у тебя не будет никаких желаний, как тебя развивать? Помните этот мультик? Не были мы ни на кого таите, нас здесь не было такого. Этот попугай летает. Таите, таите, таите. Его из дома выгнали, вдруг не таите захотелось. А так бы ничего не хотелось. Он сидел там, смотрел телевизор, плевался в потолок. Его взяли из дома, вышли, как бы выгнали. Вернее, сам улетел. Он даже не выгнали, сам улетел. Лет гордости. И что, потом забыл, куда лететь, в какое окно. И все. Начал там на Таити хотеть куда-то, а кот никуда не хочет, потому что его с дома не выгоняют. О чем мультик-то? О нашей жизни. Видите, Бог всем создал нормальные условия для существования. Он всем дает препятствия для того, чтобы мы развивались дальше, чтобы не толстели, ножки, чтобы маленькими не становились, как у этого кота. Толстый живот, маленькие ножки. Результат чего? Алло? У тебя все хорошо? Все хорошо. И у меня все хорошо. Спим дальше. Но Бог не нужна такая наша жизнь, поэтому Он нам дает препятствия в жизни. Для того, чтобы мы развивались. Нет другой причины. А если Он сильно нас любит, такие сильные препятствия дает, что вообще просто... Иногда человек погибает даже от этого препятствия. Но это благословение. Если он правильно сдает экзамен, он может даже все равно уйти из жизни. А потом это станет благословением в следующей жизни. Потому что он как с трамплина начинает новую жизнь. Взлетает сильно очень. Не хочет останавливаться ни на чем. Хочет победы сильно чего. Потому что испытал вот это препятствие сильно. Вы заметили мои камни? Я думал, вы заметите их глаза. Я вот ваши глаза заметил. В них еще 3 недели назад стояла смерть в ваших глазах. Сейчас началась жизнь. Я это заметил. Сердце, а не ко мне. Хорошо?